Бывает, бывает. Я читаю о том, что мне пишут зрители этого канала, мол, мы не смотрим про бабушек, потому что сердце кровью обливается. Вот здесь вот не должно сердце кровью обливаться, потому что на позитиве. Валя, Валентина Федоровна, 60 лет дедка стаж. Хоть верь, хоть нет, 16 лет. Пенсии 2,5 дали. Кушать? Ну как уж кушать? Сейчас вот это, а кроме этой колбасы, из этих сосисок ничего не могу купить. Кроме этого всего, она мне в душу не лезет. Корочка эти, бывает, покупаю, а что делать, да? Ужас, понедельник, вот этот понедельник, что прошел. Стреляли, я думала, уже все, капец, убьют. Ну, выжила. Большое тебе спасибо. Я верующий человек и верю в Бога, что Бог скоро восстановит вот это на земле порядок. Не будет ни войны, ничего. Но надо подождать. Вам профилили? Еще не бабушка. Рылом. Я уже бабушка 5 раз и прабабушка 2. 38 лет. Дочь, вот эти все дома мои. Да, домостроительном комбинате в Донецком. Была пенсия у меня была сначала 49 рублей. Потом по копейке добавляли. И дошло до гривен, 1208 гривен. Ну только я ее получила, куда дело, не знаю. Ни есть, ни пить. Лекарство сходила в аптеку, набрала. У меня гипертония. Я с 30 лет на учете стою с гипертонией. Так что... Ну, живу, вот, тетка. А как начинаю стрелять, сердце заходится, все. Оно и так у меня негодное, а то сердце заходится, и все. Я ничего не хочу. Вера. Люди, только. Которые там живут на Украине, они не виноваты. Это виноваты все их верхушки. Доча, ты что? Да. А Порошенко меня не придет это? Подружкам? Они у меня... Не пьющие. Ой, миленькие, спасибо вам, спасибо, спасибо. Есть люди, что еще хуже меня живут, вот тем помочь надо.